1 октября чиновники дали старт отопительному сезону в Саратове. Пока начали подавать тепло в объекты соцсферы. Также могут включить отопление непосредственно по заявкам потребителей. А вот жители дома номер 20 по улице Тархова предстоящего отоп-сезона ждут скорее с опаской. В прошлом году едва в трубах появилась горячая вода, они оборвались и кипятком затопило весь двор. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Эта труба самая первая упала у нас. Вот. И она обломилась, и вы знаете, они все накрененные были трубы. Это было ровно год назад, но они все помнят, будто произошло лишь вчера. Тогда, говорят жители дома по улице Тархова, только включили отопление. Прошло пару дней, и подпорка, держащая трубы, упала. Вся сеть обвалилась, и кипяток затопил двор. Отсюда шпарил такой поток, напор вот этого пара, кипятка, что было вообще, то есть он прям этажа до пятого шпарил. Они предупреждали давно. Жители дома забили тревогу, лишь только подпорки стали крениться. Сегодня все видно невооруженным глазом. Конструкции вот-вот снова не выдержат. Люди боятся, что однажды трубы упадут и, возможно, на этот раз на чью-то голову. Здесь и ходить опасно, и как бы вообще мы останемся без тепла. То есть уже сейчас дадут отопление, если они упадут, то много домов, не один наш дом. То есть здесь в округе получится где-то 6 домов останется без тепла. Поэтому мы за это переживаем, как бы вот хотим, чтобы нам хотя бы их прямыми сделали. Обошли все инстанции, но везде говорят, пока трубы держатся, не стоит поднимать шум. Вот и в Волжской ТГК поясняют, о ситуации знают, мониторят, но пока нет денег на ремонт магистрали. В прошлом году мы провели экспертизу данного трубопровода, по которому мы получили заключение о том, что данный трубопровод нуждается в реконструкции. Реконструкция по данному заключению мы направили письмо в Комитет по управлению имуществом, так как по договору безвозмездного пользования работы реконструктивного характера выполняются из источника, который нам укажет Комитет по управлению имуществом. Сегодня, говорят специалисты, нет предпосылок к тому, что трубы снова окажутся на земле, а значит, торопиться не будут. Ремонт трассы запланирован лишь на следующий год. Правда, жители уверены, уже в этот отопительный сезон трубы вряд ли выдержат. Еще немного, и подпорки опять упадут вместе с ними. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.